Возможно, вы подумаете то, что, блин, ты спишь в такое время. А я не сплю, я давно уже проснулась, я приехала домой. Мы отмечали Дере Конкузявры. Вот, я приехала домой. Я подавилась слюной. Я приехала домой, помылась, у меня отключили горячую воду. За неуплату. Нет, на самом деле я плачу за горячую воду, и у меня ее отключили не за неуплату, а не знаю почему. Это очень странно, вообще не понимаю, почему в России любят выключать свет, воду, это так странно. Ну ладно, неважно. Короче, и мне пришлось греть по 300 раз чайник, и было очень-очень геморно. Но, тем не менее, я помылась, все классно, все здорово, у меня чистые волосы. Они не воняют какашками. Окей, все, да. Какашками не воняют. Ладно, не важно. Чего еще хотела сказать? А, вот, сейчас я жду качество А, какашка. Блин, почему? Правда, качество не очень? Ребят, пожалуйста, напишите то, что качество нормальное, а то я переживаю. Опять будут скрины, блин, где у меня глаз вот тут вообще находится. Ой, прям в прыщик себе тыкнула. Плохое качество, серьезно? Блин, а что мне делать? Как мне помочь? Не знаю. Блин. Качество ужасное, все пишут. Я даже не знаю, что мне делать. Потому что у меня в доме какой-то странный интернет, тупой, говно, вот. Так что у нас по качеству? Реально все плохо или что? Поганое качество пишут. А что? Блин, я не понимаю. Кого перезагрузить? Трансляцию или Wi-Fi, я не знаю. Скучно. А что тебе, Бонни Кэм, скучно? Не скучай. Не, ну серьезно, реально плохое качество. Бесит, бесит, это жизнь моя. Короче, я не знаю, что мне делать. Возможно, если я переключу на LTE, это будет все супер. Сейчас, секунду. Уну моменту. А как это сделать? Ну шо, качество стало лучше. Ой, господи. Какая я прыщавая. Ой. Ну что? Нормальное качество теперь? Скажите, что да, потому что я переживаю. Шо мне с ресницей? Стало лучше. О, супер, это потому что я LTE включила, ну, отключила Wi-Fi. Да, окей. Я хочу что-то сказать. Точнее, хотела. Но я не помню, что. Я забыл. А, блин, скоро Витфест. А когда Витфест? 27-го, а сейчас какое? Не важно, я не помню. Короче, а я прыщавая, что с лбом не прошли прыщи. У меня прыщи появляются от того, когда я долго не смываю косметику. Вот. Вообще, это как бы не прыщи, и у меня их очень мало. Это тут красные, это следы от прыщей остались. Тут тоже, тут что-то тоже. Вот тут. Я вроде пользуюсь кремом, который должен убрать эти следы от прыщей, но, видимо, он плохо справляется со своей обязанностью. Что мне пишут? А, что за крем? Крем? Клиник? Там, ну, специально от всяких пигментных штук. Когда видео? Скоро-скоро. Я засняла уже целых два видео. Сегодня доснимаю второе. Вот.
И скоро я его выложу. Базироном пользовалась. Что такое базирон? Чё? Я не знаю, что это такое, простите. Прикол в том, то, что у меня сухая кожа на лбу еще очень сильно прям. И ну, мне нельзя пользоваться всякими такими сушилками. Ну, то есть, ну, точечно можно, а прям все лицо нет. Это будет очень плохо. Зенеритоп. Наш обычным детским кремом. Зенерит, что это, что-то знакомое. Базирон крем от прыщей. Окей. Может, стоит попробовать. У меня просто есть всякие там от клиник тоже от прыщей, но не знаю, что мне не помогает. Ну такое. По шутке, у меня не так много прыщей. Мне скорее пятна. От них. И ну, какие-то ну, точечные такие, типа. Этот вообще у меня сосок сегодня выскочил, потому что я не умылась перед тем, как лечь спать. Я просто не у себя дома легла спать, и было очень плохо. Максимально. Вот такие вот дела. Скраб попробую. Да какой мне скраб? Ты хочешь, у меня еще больше выспала? Клиник хороший. Ну, Бонни Кэм, тебе виднее, конечно. Вот такие его дела. Жду сейчас чувачка, который поможет мне заснять некоторые фрагменты для видео. Боже. Сегодня такая погода отвратительная, хочется спать. У тебя который час? Не знаю, который у меня час. У меня часов нету дома. А на телефоне я не могу посмотреть пока что. Опять качество. Шо качество? Не понимаю. Я же сделаю. Ну, блин, сделайте мне нормальный интернет, будет нормальное качество. А мне что, перезапустить трансляцию? Как вы думаете? Может быть? Кого чего? Шо, спадки хочешь? Да, такое. Немножечко. Мне перезапустить трансляцию или шо? Нормальное качество, качество хорошее, нормальное качество. Что вы меня пугаете? Одни говорят плохое, а другие нормальное, я ничего не понимаю. Что по тусам? О, Вова, привет. По тусам все нормально. Нормально, отожгли. Нормальная погода, солнце. Ну, у тебя может быть и солнце, где ты там живешь. Будешь делать пирсинг? Я скоро пойду делать снова себе ухо, сердечко, потому что у меня на квесте вырвали прошлое мое то. И вот. Не буду говорить, как вырвали. Больно. Слишком. Это... Что я хотела сказать? Я там рыдала. Ну, все нормально. Я его сняла на съемке. А съемки для... Ох, настроение! Зеваю уже как который раз, блин, на трансляции. Нравятся клубы. Нет, я не люблю ходить по клубам. Иногда, конечно, когда друзья тащат, я иду, но... Не чил. Что это? Я индианка. О, кстати, насчет лба. Блин, я забыла, что хотела сказать. А, типа, ну, многие такие спрашивают, что у тебя с лбом, ТРПР? О, Саня Кэтова, привет, здорово. Типа, что спрашивают, что меня спрашивают, господи, я забыла. А, спрашивают, что с лбом, ну, матово, то, что у меня есть там прыщи, да, окей, пятна. Так у меня еще и этот... Максимально забываю, что я хочу сказать. Веснушки, вот. То есть так их не видно вам на камере, а в жизни их прям, ну, видно нормально. Нормально, короче. Вот.
И из-за этого еще может казаться то, что у меня какие-то там эти проблемы с кожей. I don't know, не знаю. Чего вы привязались к плечам? Она тоже человек. Ой, дорогая моя, эти люди всегда будут докапываться до всего. Типа, вскочил прыщ. Прыщавая. Не знаю, это бровь вылезла куда-то. Вот так вот. Вот так вот. Подстриги свои брови. Берите да подстригайте. Мне все нравится. Что, почему? Что, почему он? Чего я не понимаю? А с какими блогерами дружишь? Да со всеми. Каре хочешь? Ой, не хочу каре. Я вообще не люблю, когда волосы короткие. У меня просто иногда зиги бывают. Там стресс, тарапера, я такая отрезаю волосы, и мне становится легче. Такие вот дела. Сейчас я опять зевну. Не могу больше. Почему я так часто зеваю? Такие вот дела, дорогие друзья. Какая музыка нравится? Разную люблю музыку. Абсолютно все слушаю. Посмотрите, что это такое. Какие у меня волосатые брови. О. Где? А чё вы смеетесь? Натуральные брови. В смысле? Нет, нарощенные, нарастила. Я не понимаю прикола натуральные брови. Это как? В смысле? Чего такая грустненькая улыбнись? Да я не грустная, я просто жду чувака. А чё я так брови делаю? Непонятно. Я просто жду чувака, который приедет, и мы уже заснимем ролик, и я буду свободна весь день. Ну как свободно? Частично свободно. Да не буду я петь, ребята. Я вчера напелась, наелась, я не хочу. Мне хватило тусовки вчерашней. Хочешь снять с кем-нибудь коллаборацию? Не хочу. Пока что. Да что ж такое-то? Ой. Что у тебя за цвет волос? Я не знаю. Обычно какой-то цвет волос. Я, кстати, в детстве, ну как в детстве, в раннем детстве, ну как в раннем детстве, лет 7-8 хотела стать эмо. И типа у меня была челка такая, я ее обстригла. И любила фоткаться вот так вот. Сейчас. Короче, я не помню. Вообще не помню, я не знаю. Мне лишь бы что-то сказать вам в трансляции, чтобы не было скучно. Что, чё, посоветуй шампунь для волос. Я не знаю, я японскими пользуюсь. Я как прилетела с Японии, притащила их. Ой, так и пользуюсь. Маникюр офигенный. Спасибо. Ногти нарощенные или свои? Свои ногти. Короткие. Я больше так не могу. А почему я так часто зеваю? И мне кажется, этот прыщ в трансляции становится все краснее и краснее. Ой, блин, я забыла, я же его кремом намазала, который сушит его. Фу. Кисленько. Фу, как отвратительно вообще. Я больше так не буду делать. Качество падает. Поднимите его. Марьяна, вы с Алисой так красиво сфоткались. Что за Алиса? Намечиваются новые отношения. Что такое намечиваются? Я не понимаю.
Мне скучно. Хочу уже заснять ролик скорее. А чувак все не едет и не едет. Да ёпта! Какой раз уже я зеваю? 50-й. Намечаются новые отношения. А, намечаются. В смысле новые отношения? Да вроде не. Тоналку нанеси. Бери да нанеси. Мне нравится так. Вообще тоналкой особо не пользуюсь. Я пользуюсь ею только для видео. Ну, чтобы выровнять все лицо. А в жизни я только точечно корректирую. Или как это правильно сказать? Ну, короче, замазываю там один прыщик, там второй прыщик, третий, пятый, десятый, тридцатый. Вот. А тоналкой особо не пользуюсь. Брови свои. И, блин, ребят, я не понимаю вопроса брови с моей, блин. Брови свои, а как, я не понимаю, ну, то есть они должны быть как, ну, не свои? Или что? Типа, возможно, типа накрашенные или не накрашенные? Не, брови у меня не накрашенные, сейчас они полностью натуральные. Вот такие бровы. Ой, что это? У меня они просто слишком такие густющие и чернявые. Что там я еще хотела рассказать? Покажи поближе прыщи. Пиздец, что за люди? Наколоты брови. Чё, блин, наколоты брови, это фак. В смысле? Наколоты брови, блин, что? Вот это настроение мне поднялось сразу. Наколоты брови. Это такое вообще реально? Это возможно? Кто-то себе накалывает брови или что? Чё, блин, очень смешно. Як-то Бикаев. Нормально, не первый раз там была. Я люблю Киев. Там миленько, спокойно. А в Москве так, типа, движуха такая всегда. Натуральные, это типа не нарисованные. А, окей, я тебя поняла, спасибо, что объяснила. Тип татуаж. Не, я не хочу себе татуаж, и у меня его нету, слава богу. Мне кажется, это слишком по-дурацки, что ли. Ну, типа, ну, смотря какой еще татуаж, но если ты там полностью сбриваешь свои брови и делаешь татуаж, то, ну, а как вот, например, ну, я не знаю. Ну, зачем это делать вообще? У меня аж мозг сломался. От чего прыщи? Прыщи от того, что на съемках часто меня красят таким специальным этим, как он называется, короче, делают специальный мне грим, который будет не блестеть, не переливаться никак на камере, то есть прям такой жесткий, плотный, и там съемки обычно, ну, там сутки, там вообще, и вот, и поры забиваются, там кожа у меня капризная. Сразу всякие прыщи выскакивают. Особенно на лбу, потому что на лбу у меня прям очень сильно сухая кожа. Вот. И, соответственно, когда она не дышит, ей плохо. Я ищу вопросики. Ой, глаз чешется. Классные мусикали. Это смешно. Мусикали.
Ты любишь авокадо? Люблю авокадо. Авокадо – это вкусно. Лето или зима? Сложный выбор, я на самом деле. Я люблю все, кроме весны. Не знаю почему, но весну я не особо люблю. Как-то так уж вышло. Так уж вышло, так уж вышло. Прыщи не показывай, спусти камеру ниже. Специально ради тебя вот так вот сделаю. Хоп, хей, ла-ла-лей. Кого ждешь? Чувака, который поможет мне доснять ролик. Что с тобой? Что со мной? Я живу, я человек, я живое существо. Почему вжух? А почему не вжух? Встречный вопрос. А любишь арбузы? А люблю арбузы. Офигенные прыщи, идите в жопу. Обожаю, просто обожаю. Слишком спокойная. На самом деле я всегда такая. Типа, это нормальное мое состояние. Если я себя как-то слишком экспрессивно веду в видео, это не значит, что я всю жизнь такая, каждую секунду. Любишь дыню? Дыню? Ну такое. Не теребонькой свои брови. Не знаю, мне просто нравятся они такие волосатые у меня. Волосатые брови. Короче. Хочу я спать. Пока жду чувака, посплю немного. А что мне еще делать? Мне больше нечем заняться. В самом деле дел куча, но... Ну, можно отдохнуть. Сделать вид, что я просто жду, а на самом деле я посплю, чтобы было прикольно. Очень странно. Слишком... Блин, чё? Блин, я... А, не могу. Чё, меня приглашают куда? Так, ладно. Блин, тебе... Да ё-моё, не могу прочитать вопрос. Блин, тебе бы АСМП записывать с таким голосом. Что такое АСМП? Что это? Я не знаю, что это такое, правда. Если бы я знала. А я же не знаю. Поэтому что я могу сказать? Что ты же можешь сказать? Не знаю. Объясните, пожалуйста, что такое АСМП? Кажется, я забыл. Я опять зеваю. Нет, все, мне плохо, я не хочу зевать. Ой. На свету он прям так переливается всеми красками. Я не могу. Единственное, просто... Шо, блин? Жу-жу, как это клёво. Короче, ребята, я пошла отдохну. Я... Лето провести. Супер, классный вопрос. Я летом улетаю. Не скажу куда, но будет весело. Ну, мне будет весело. А насчет вас я не знаю. Ладно, короче, ребята, всем палки, всем пока, всем до свидания.